руками. И свистит уже. И не трогай ее. Свистит. Даже нужно. А ее можно раскрасить? Да, когда она высохнет, обязательно надо раскрасить. Обязательно. Гуашью или акриловыми. Лучше гуашью. Итак, у тебя, значит, что у тебя может быть плохо? Все, конечно, хорошо. Ты сыпел по принципу пластилина. А вот при высыхании у тебя детали все эти на запчасти развалятся. Поэтому для этого штрикеры нужен, да? Радость. Ну я уж отдашь, не трогаю, все не трогаю. Все прочистила, сразу прям. Так, мышонок в тапочке. Поехали. Фирменная подделка моя, авторская моя. Даже дарили такую. А? Дарили мне такую. Когда, правда? Да, тут раз. Да вы что, ее уже не проводим. Я ей пока сама, она вся какая-то нервная. Ну да, да. Итак, мышонка лепим. Нет, но она не авторская. Сейчас я покажу ей. Она когда давно-давно где-то, я уже ее приступила. Красивая. Так, смотрите, девчонки, делаем мышонку в тапочке. Так, тапочек можно любую слепить. Но я делаю вот так вот. Прижала вот так. Завела. И лопоток. Любой лопоток лепится. Все очень так просто. Все на поверхности прям вся красота лежит. Лепится любой тапочек. Можете в туфель, лапоть, что хотите. А можно вторую лепить? Вот на ярмарках День города мы устраиваем, я тоже поделку только люблю. Только большую. Большую. Очень. Очень. Не слушай, да. Делаешь. Тут же мы эти деньги едем с друзьями, покупаем шашлыки, воду и ко мне на дачу. Все правильно. И сполна. Месяц работы, чтобы один денег проесть. Ну так здорово. Ну, нет, друзья тоже там что-то покупают, конечно, там кто-то везет, кто-то там что-то. Их тоже приготовить надо. Это же одно дело их купить, замариновать. Да, а как же. Да, а другое дело пожарить вкусно сделать. Мама, мы придем и сделаем мясо в... Ну, учишь детей. Ну, Алина, вот, вы так вот делаете все, конечно, у вас так все быстро, легко. Кажется, это мне знакомо. А я все говорю, что тут делать? Я не могу катать. Да. А учитель тоже сидит, слушай. Да, легко. Я не могу раскатать ее. Берите. Кого? Да в шарик лезу. Да ну, что ты говоришь? А если долго катать, будет Юла. Посмотри. Сейчас нам Юлу покажут. Не надо Юлу. Зарисовывается уже. Вот она, Юла, вот она. Не надо Юлу. А, кстати, можно ее, кстати, сделать Юлу? Ой, а можно правда? Запросто, только небольшая. А так, можно здесь... Можно тапочки? Нет, сейчас я свистульку еще тебе. Подождите, я переключила. Нет, я увлеклась уже. Да. У меня в разнос пошли. Ага. Дети Юлу делают. Ну, надо центр четко сделать. Вот. Сейчас еще вам один адрес открою. Может, вы знаете его. Там вот Юлы продают. Что там тут не продается? Город мастеров настоящий, где можно купить, посмотреть и бесплатно. Метро Партизанская, вернисаж. О, наверняка знаете. Да, знаю. И там чего там только нету. Дома оставляете на хлеб, на воду. Деревянные изделия. И все деньги вы потратите сполна. Еще на дорогу себе. Но там, по-моему, только по субботу и воскресенье. Нет, что по одному. Ежедневно. Но самое дешевое, конечно, самые оптовые закупки, конечно, это... Из-за чего? Сейчас скажу, где. В среду с утра, если приедете пораньше, там все дешево. Я покупаю, мы еще розы по дереву же я веду. Вот разные розы тоже детям преподаю. И там я покупаю доски, яйца, всякие заготовки. И там и глина, там и глиста, вот там, ой, ну, там чего там тапочек. Только нету. Были там, да? На Измайловском. Ну, шарик, потом да, ну, да, овальчик. На Измайловском были? Вернисаж на Измайловском. Только